На портале «Особый взгляд» публикуются последние новости об инклюзивных проектах, медицинских и технических разработках в области офтальмологии. Здесь же афиша культурных, образовательных и спортивных мероприятий страны, адаптированных для людей с особенностями зрения. А еще все материалы портала представлены как в текстовом, так и в аудиоформате. А фотографии кинофильма сопровождаются тифлокомментарием. В свете красных, желтых и зеленых светодиодных ламп перед зеркалом стоит блондин в зеленой мастерке. Он причесывает свои короткие волосы, рукой приглаживая пряди. Люди с инвалидностью по зрению нуждаются в сервисе, который поможет им сориентироваться в мире новых возможностей, подчеркивают инициаторы проекта. Презентацию портала они проводят в 5 городах страны. Сочи выбран по причине того, что городское сообщество признано одним из самых активных. К тому же на курорте вот уже несколько лет работает программа «Доступная среда». Очень приятно, пройдясь по городу, услышать звуковые светофоры, потому что даже в Москве не всегда это используется. И это намного более эффективнее, чем активность. Например, тактильная плитка, потому что ты уже слышишь, понимаешь, можно тебе идти или нет. Мы очень рады, что те ростки, которые дала проведенная Паралимпиада, они превращаются в очень серьезные такие проекты. Паралимпийские игры и наследие Паралимпиады ставили задачу социализации людей с инвалидностью. А проекты благотворительного фонда «Особый взгляд», проекты, которые превращаются в интернет, порталы для людей слабовидящих, тотально слепых. Это вообще вопрос самореализации. Инклюзивный интернет-портал – это особый взгляд для людей, которые видят по-разному. То есть полезна эта площадка как для незрячих, так и для здоровых людей. С особым взглядом уже сотрудничает 129 организаций. Также особый взгляд отвечает на ключевые вопросы. Как получить собаку-проводника? До сих пор не все люди знают, незрячие, что можно получить собаку-проводника бесплатно. Что делать, если у тебя родился незрячий ребенок? Как получить инвалидность, оформить инвалидность? И мы надеемся, что наш портал в дальнейшем сможет помочь именно в трудоустройстве незрячих людей, так как реализация – это одна из самых главных задач. Особое внимание на портале – доступности цифрового контента. Независимо от остроты зрения, человек сегодня может не только заниматься спортом и искусством, но и пользоваться гаджетами. Наглядным примером активного интернет-пользователя стал Анатолий Попко, эксперт в сфере невизуальной доступности. Он разрушил стереотипы и продемонстрировал сочинцам с инвалидностью по зрению варианты пользования интернет-сайтами, в том числе адаптированным для тотально слепых порталом «Особый взгляд». Те статьи, которые на портале есть, они представлены и в текстовом виде, то есть я могу прочитать их при помощи синтезатора речи и послушать при помощи дикторской записанной речи. Читать, слушать, смотреть, в конечном итоге интегрироваться. Вот этот портал, он призван помочь всему нашему российскому обществу пройти вот этот путь от инвалида, да, к человеку с инвалидностью. Презентация портала состоялась в Зимнем театре. Здесь также работает программа по обеспечению равного доступа к культурным событиям. Яркий пример тому – спектакль «С закрытыми глазами. Белые ночи». События разворачиваются в полной темноте. Все действие основано на звуках, запахах и тактильных ощущениях. Весь Петербург проходит через зрителей. То есть зрители его держат буквально на руках, этот Петербург. Они могут дотронуться к каждому зданию, они могут потрогать каждую куклу. Это очень тактильный спектакль. У нас и ветер, и дождь обязательно пойдет, все прочувствует абсолютно, как некоторые говорят, что это 5D. То есть не только звук, да, и какая-то визуальная часть, а еще и тактильные ощущения, еще и обоняние, осязание. В Сочи порядка 800 горожан с инвалидностью по зрению, немало среди них и детей. Роман Соколовский обещает создать второй подобный спектакль, но уже ориентированный на юных сочинцев, которые видят иначе. Очень здорово, что это у нас в городе, где очень много людей, которые приезжают и у себя дома. Они не имеют такого ни посмотреть, ни прочувствовать. Здесь ты именно имеешь возможность тактильно соприкоснуться с персонажами, с происходящими событиями, одухотвориться. Как говорится, это мир равных возможностей, который становится реальностью, а не просто номенклатурной галочкой. Все эти проекты призваны привлечь внимание зрячих людей к проблемам и потребностям тех, кто живет на слух. В Сочи десятки таких программ, которые доказали, что у сочинцев с ограниченными возможностями здоровья неограниченные возможности построить жизнь по своему сценарию. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.